По какой дороге нам ехать дальше? По любой. Чего тут раздумывать-то? Да. Когда перед тобой выбор, не худо бы и подумать. Земляничка. Ой! Ах ты моя дорогая мышка. Знаете, вид этих противных крыс совершенно вывел меня из равновесия. Ну, это легко поправимо. Для этого всего-навсего надо приготовить успокоительный чай. Возьмем одну часть тмина, две части трифли, три части валерьяны и вернем тебе твое равновесие. У тебя что, это все в бороде растет? Зачем в бороде? Для этого лес есть. Причина многих наших недугов в том и состоит, что мы отдаляемся от природы, глотаем без разбора разные таблетки, вместо того, чтобы использовать травы. Я знаю многие травы по виду, а по названию только одуванчик и валерьяну. Ну вот вам, пожалуйста, валерьяна. Да что с тобой? Что случилось, дружище? Змея! Я наступил на змею! Как наступил на змею? Как ты посмел? Ах ты, мой маленький, мой хорошенький. Этот глупый полботинка совсем затоптал тебя своими босыми ногами. Пусть болит у вороны, пусть болит у сороки, а у нашего маленького Рудольфа пусть не болит. Ну, маховая борода, почему ты называешь его Рудольфом? А разве он не похож на Рудольфа? По-моему, отец. Ну, просто вылитый Рудольф. Ты что, возьмешь его с собой? Непременно. Ведь после травмы ему нужен покой в течение 2 недель. Как? Целых 2 недели мы будем нянчиться с гадюкой? А если ночью гадюка заползет к тебе в муфту, а? Подумать страшно. Но маховая борода наш друг. Который в кармане будет носить змею. Полботинка! Твоя мышка! Скорей! Ну где же вы там? Быстрее же! Кружки, ой, термос... Скорей! И тарелки тоже... Ну скорей! Ой, сейчас! Сроку нельзя терять из виду! Ну, садитесь же! Thank you.
Я считаю, нам надо как можно скорее дать задний ход. А что будет с моей игрушкой? Вы что, с ума сошли? Хотите, чтобы я оставил мою мышку в гнезде сороки? Да. Оружие требуется. Противокрысиное. Надо поискать. О, оружие. Это отлично. Пожалуйста, найди пушку. Это настоящее чудо природы, чернокорень. Крысы совершенно не выносят запах этих цветов. Со мной? Ну давай руку. Вот оно, гнездо сороки. А где тут искать? Ума не приложу.
Нет здесь моей мышки. Видно, сырок ее уронила. Да уж, что упало, то наверняка пропало. Пошли спускаться. Чудо природы перестало срабатывать. Да, видимо, цветы на солнышке завяли. Ну и что ж теперь делать? Так и торчать на дереве вместе с гадюкой, которая того и гляди выползет из твоего кармана. А? Полботинка! Полботинка! Подожди! Полботинка, отзови! Где ты? Мы тебя с муфтой ждем! Полботинка! Отзовись! Полботинка, где ты? Мы на дереве! Эх, и куда это он провалился? Вот, оказывается, где спрятала сорока его мышку. О, сколько тут всякого добра! И зачем сороке все это? Да не зачем. Не нужно ей это все. Просто сорока не может пролететь мимо того, что плохо лежит. Верно. Видели, какого я ей дал жару? Ты, полботинка, у нас, ну, настоящий снайпер. Молодец. Да уж я ее проучил. Друзья, путь свободен. Ни одной крысы. Скорее, бежим.
Подожди же! Осторожно, щенок! Извините. Насколько я понимаю, у вас тут создалось весьма серьезное положение. Серьезнее не бывает. Крысы звонили город. Положение осложнилось тем, что в городе нет ни одной... Крысы проклятые! Я вам покажу, как кусаться! Я только пошевелил пальцами, а не тут, как тут! У нас нет другого выхода, ведь кроме Альберта в городе нет ни одной кошки. Ах, мой Альберт, с самого рождения исключительно воспитанный и скромный кот. А эти крысы настоящие разбойники. Они разорвут на части это невинное существо. Ах, сердце мое так и замирает от страха. Бедный Альберт, что его ожидает? Но нам необходим всего лишь кошачий дух. Если с Альбертом обойти школу снизу доверху, то кошачий дух отпугнет крыс, и дети снова могут ходить в школу. Надо признаться, это мы виноваты в том, что произошло. Как это мы? А кто увел кошек из города на остров? А? Мы их увели. Вот крысы и воспользовались этим. А, вот оно что. Да. Бедные кошки от голода кричат. Скоро наедятся. Thank you.
Ну, дай мне порубить. На, держи. Руби, 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 не бойся, муфту работы не испортишь. Толкайте, толкайте. Ну, сильней, сильней. Ну, еще, ну, еще, ну, ну. Вот. Ну, а теперь дерево надо подтолкнуть к острову. Ну, что ты хмыкаешь, что? Уж посоветовать нельзя. Thank you.
Дорогие наши спасители, позвольте от всего сердца поблагодарить вас за проявленную отвагу. А также позвольте вручить вам специально учрежденную по этому случаю медаль с изображением кошки. Поздравляю! Поздравляю! Извините, у нас к вам просьба. Мы хотели бы передать клад, который нашли в гнезде сороки. По-моему, он представит интерес для... орнитологов. В общем, для птицеведов.